Йо, бро, ты знаешь, на кого напал вообще? Ты чё? Да не, бро, никаких претензий, все нормально, сейчас решаем. А типа... где претензии есть? Чё, какая претензия у тебя есть? Всем привет, дорогие друзья, с вами Кейда, и добро пожаловать на сервер Юди Ролплей. Сегодня вместе с вами врываемся сюда, за гражданских, и сегодня довольно будет интересно. Мы ребята из колледжа, которые сейчас поедут чилить и проводить отличное время, вот. И я как раз жду своего товарища, это Дилан, который был на второй паре, кстати, меня не было на вечерней. Здорово. Ты что, не ходил на спецкурс, что ли? Не, я не пошел, блин, вторая пара это дичь вообще. Типа, я просто тут тебя дождался, мы же договорились, блин, я уже думал двигать на самом деле к дилеру, но понял то, что я не успею нифига. А, да ты потише тут базарь, тут да, уже ты чё, преподы. Да, да, чел вообще спокойно. Ха, сколько там преподов, осталось только Андерсон, блин, один, который свой тервер преподает, пошел нахрен. Вот че. Да. Че, погнали, сейчас я напишу. Погнали. Скажу ему, братан. Сегодня прям нормально, типа, грамм 20. Ого. Ну, типа, вообще будем чилить, я чувствую. А чё по бабосам, слышь? Надо, кстати, Джеффри позвонить. Слушай, ты можешь Джеффри набрать? Да по бабосам нормально, порешаем, что там поделим на троих будет. Как раз Джеффри, отлично, если он согласится. Джеффри, мы заедем за ним? Ну, типа, да, заедем, если он, блин, свободен ещё. Потому что он что-то говорил про то, что у него там спринг брейк, все дела, хотя бы сейчас лето, блин. Короче, он их устраивает, когда сам хочет. Я не понимаю вообще этого пацана. Я понял, а кину ему смс-ку, блин. Надо. Смотри, куда прёшь, ты чё, блин? Чёртов еб... Блин, им надо успокоительных пропить, вот что я тебе говорю, блин. Я вот как машину купил, типа... Нифига ты, блин... А, хрен с тобой. Чё-то, блин, реально хотел обходить это всё. На физре, значит, сидишь, бегаешь. Я как тачку купил, блин, я просёк вообще фишку, тут... то, что надо водить как ублюдок, блин, последний, иначе в этом городе тебя никто не ценит. Это да. Чё, набери ему, я пока дилеру напишу. Да. Чё там, где он? Йоу. Есть чё? Всё, написал ему. Да, я пишу, что мы заедем, пусть готовит, как говорится. Давай, ну чё, сначала к дилеру или потом к дилеру? Или как мы сделаем? Если он согласится. Короче, ладно, вопрос в том, где... О, он говорит, всё есть. Кайф, он ещё и на связи, блин, в 11. Ну давай-то Джеффри заедем сначала, он же недалеко там живёт. Где-то в центре, по-моему. Всё, говорит, что, типа, есть всё. Я думаю, что для нас у него тоже найдётся. А, по кайфу. Натуре. Чё, он дома написал, ждёт нас. А, ну окей. 8220 пишет. 8220. Кайф. Ну-ка, навигатор, ты где вообще? Спроси у меня, что стоит вообще. Чё за метка старая, блин, у меня стоит? Куда я хотел там приехать? А, я, по-моему, в колледж, по-моему, хотел приехать. На пьяно опять промазал тебя. Типа, да, блин, я пьяный за рулем, не важно, ты знаешь. 8220, вон, нашел, смотри, видишь, тыкаешь. Все, все, понял, там. Баксов 80 а горит. А что, Джеффри не будем заезжать? Блин, 80 баксов, сколько? Ну, блин. У меня с собой так полтос. Нормально, докину. Джеффри тоже докину. Ну что, сначала туда, потом к нему. Окей. Там по скидке добазаримся, я думаю. Да, да. Чё, как всегда, сейчас возьмем, типа, поедем чилить куда-нибудь там, типа, к пирсу поближе. Ну, как раз там рядом, блин. Ну да, можно это заехать куда-нибудь. Или давай за этим заедем, чё? В новые места. Если он по пути. Я просто не помню, блин, где он там живет. Я помню, что где-то на западе, но не помню, где именно. Да, сейчас посмотрю по карте, не помню его дом. Надо за ним заехать, потому что, чтобы, ну, он скинулся, может, он, когда купишь, а, в натуре, да, он не скинется ни хера, я знаю, да. Ублюдок, блин.
Ну он, короче, где-то. Блин, где он там? Здесь можно прямо поехать из этого, из этой линии? Вроде можно. Короче, да, нам здесь прямо ехать, да. Все, по кайфу. Я сейчас спрошу его адрес, он забыл реально. Да, блин, тоже не помню. С ним после курса всегда, он, блин, здесь позже всех остается, а сейчас он, типа, болеет, блин, с нами катается. Болеет. Сраный, блин. Че, налево ща? Да, да, налево. Окей. Ну все, сегодня, блин, прям вообще оторвемся нормально. Газу. Ща, 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 ща. Гребаные имбецилы в натуре. Я себе тачку куплю, я... Ты говорю, в натуре конченые. Ну что творит, смотри, блин. Просто, блин, я не знаю, как ездить вообще здесь. Можно просто на красный ездить, мне кажется. Типа, копам будет похер. Так, говорит, бульвар Веспуччи. 8075. Так, 8075. Да это вот недалеко тут. Да, это около этого, у меня шоссе. Ну что, покажешь, прямо, короче, куда ехать. Ну, да. Да, да, покажу. Че, хочешь гонку, братан? Ты тачку мою видел, йоу. А, обоссался, видишь. Я в натуре зашел. Че, налево, направо? Направо, направо, может. И сразу налево. Нормально. Блин, какие-то ночи жарко. Что-то вообще дождаться не могу, прям. Да, 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 да. Прям вот как раз жаришка прям. Типа. No. И дилер на связи. Вообще по кайфу. Какое тут говно тачка на тоже. Плакатах, я поражаюсь. Огонь. Может куда-нибудь вообще за город поехать, я думаю, на выходных. За город? Ну, типа, да. Да иди, блин, ну, я же ненавижу хват. Чертов этот город. Вот почему я хочу уехать за город, блин. Че, куда дальше? Прямо, прямо направо? Прямо сейчас. Okay. Прямо, прямо. Зеленая, давай. Типа, когда ты говоришь давай, она ни хрена не начинает ехать после этого, ты же понимаешь, да, что налево, тачка старше. Налево, налево, давай. Блин. Ну, вообще по кайфу. Типа, мы даже едем 50, но все равно ощущается, как будто я еду 300, блин, на этой тачке. Прямо, прямо, прямо. Ну, вот, блин, у тебя шумоизоляция, нет, понятно, что тут все ощущается, как будто быстро едет. Что, направо здесь? Так, прямо. О, блин. Ну, можно направо. Ну, вот его дом слева. Я помню, что, короче, где-то дома тут, его. Но не помню, где именно. Ну, вот у него комплекс, вот это босса. Сейчас налево, короче. Окей. Блин, братан. Ну, чё, ты куда едешь? Давай, газуй. Чё, кого ты тут, кого ты здесь? Чё творит, а, блин? Ну, конченые, просто поражаюсь над ними. А, все, я вспомнил, вон он. Он у меня? Не, не, он стоит. Да, вон. Ну вот его подъезд был, типа. Да ебай они тут через вот эти вот, как бы, линии. Блин, я не знаю, можно тут развернуться или нет, потому что я эту часть на ПДД я что-то пропустил, да, можно, нахрен. Можно, это говорю. Можно, я тебе говорю. На перекрестке можно разворачиваться, я отвечаю. Где он там? Он вышел? Нет. Хз. Напишу. Мы вообще могли вот здесь остановиться, типа справа, он бы перешел улицу, да и все. По сигналу. А, но вон он. Реально, он стоит. Йоу, Джеффри. Слышь, ты как бы если видишь нас, ты можешь перейти улицу, чтобы мы не разворачивались, понимаешь? Здорово. Че тут развернуться? Здорово, Дилан. Здорово, Денис. Да, проблема в том, что я не знаю, блин, можно там разворачиваться или нет, понимаешь? Копов нет, разворачивайся где хочешь. Не, я, кстати, видел еще одного, но не уверен, что это коп был. Бля, зеленый, ну! Ёптай мать.
А бабуля какая-то, бля. Че, ребят, как вы тут? Да нормально. Ща, короче, это самое, к дилеру поедем, мы тебя зацепили, чтобы типа ты скинулся до того момента, пока мы купим, потому что мы знаем то, что типа. Если мы купим после того. Ага. Вернее, до того, как мы с тобой встретимся, то типа. Мы знаем, как оно бывает. Ты деньги-то взял? Стой, погоди. Человек кидал просто. Сколько у тебя денег, Эл? Ты меня спрашиваешь, да? Да, кого еще? Котлет. Да, ты взял, я взял, не парься. Все, чил. Чил. Нет, не тридцатка. Сколько там? 80? Сколько? 80 он сказал, да, за 20 грамм. Да. Че да. Это, поскольку надо скинуть? Блин, может больше возьмем? Я 30. Думаю, больше возьмем, типа, если больше берем, то тогда вообще нормально будет. Ну да. Типа, может там скидон какой-нибудь. Да, короче, мы сейчас его продаем, мызик, типа, я думаю, сейчас ему скажем, братан. Типа, как постоянный покупатель. Ну, кстати, из нашего колледжа, братишка. Вот, поэтому я думаю, что он там, ну, сделает там скидон, чё не. Ну да. В принципе, да, скидка, это будет нормально. Зелёный, зелёный, отзуй. Да. Чё, тачка брошенная, что ли? Хз, вот, что там происходит дикий. Вообще. Блин, от светофора к светофору в натуре. Да это вообще... Лос-Андрес горы светофоры просто. Плошные светофоры, я от них уже устал. Ты пешком ходишь, какие тебе светофор? Да я когда такси заказываю себе какой-нибудь, там, дубер вот этот, он да, я уже... Ой, как, такси еду, он заказывает. Я понимаю. Откуда у тебя бабки? Такси едет. Блин, с поворотниками у меня, кстати, нормальные какая-то пацаны. Дичь. Прикинь, типа я наверх его поднимаю, наверх, да? Типа сгорается но. Левый. Вниз спускаю, загорается ну, а правый, блин, какая-то дичь. Ну, наоборот, должно быть. Типа у меня в автошколе была вообще другая тачка. Типа там вниз опускаешь, типа левый загорается. Наверх правый, а тут наоборот. А, ну да, леворукая же, типа. Я понял. Да не, там такой же, типа, руль с этой стороны был, понимаешь? А. Я, короче, я вообще не вдуплил нифига. Я катался, там это правильно, потому что... Ну, а, в натуре? По направлению какая-то. Руля. Как вроде Канис, блин, наш это самое, производитель. Все равно делает какую-то дичь вообще. Так, короче, все, спокойно, ща мы приедем, там побазарим. Вот, он нам там отдаст, я... Все разговоры на мне. Че, давайте, блин, по сколько? По 30 баксов. Ну да, нормально. Вот проулок слева, красиво, смотри. По-любому он тут где-то стоит. Да, нам и тут договорились. В прошлый раз, по-моему, встречались. Вон он. Белоснежка. А, да, должен стоять. Все, блин, чильте. Где бабки? Давай, давай, чё, давай. Выходим? Да не, я один пойду. Давай, я говорю, блин, он не любит, когда на него смотрит лишний раз. Так, по сколько у нас меня там? А, по 30 баксов. Ну, че ты, блин, тупишь-то? На, держи. Все, давай. А ты че? Во. Все, на, вот, держи. Все, сидите тихо, я. Йо, бро, здорово. Чикаго, здорово. Нормально, нормально, вообще, чилим, по кайфу. Только сейчас из колледжа. Короче, там, блин, пара долгие сегодня, прям вообще допоздна. Решили поехать чуть-чуть почилить, вот, я думаю, ну, что да, отдохнуть, может помочь. Да. Шериш. Помнишь, как старый добрый, типа, в том же универе, блин, про тебя там до сих пор легенды ходят, на самом деле. Ну чё, чё? Ну чё, смотри. Слушай, ну вообще нормально. А, смотри, да. Все, высший сорт, я. Блин, в натуре по кайфу. Не, нормальная тема, нормально. Только, слышь, что, у тебя есть еще немного? Ну, типа, еще чуть-чуть. Граммов, ну, может, 10 плюс. Вот. С собой, ну, цена выше будет. Ты ну, что, почему? Да не, я думаю, типа, больше заказываешь, за скидон будет, не? Ну, я подумаю, типа, ну, ты сам знаешь, ну, ты смотри, как это, сложно машину все добывать это. Блин, эти братан, ну, прям... бордели уже. Скидон, я тебе говорю, в натуре, типа, не помешает. Ну, мы сам понимаешь, типа, бедные студенты. Ребята простые. Типа... Ну, боже мой, ладно, я тебе 5 баксов скину. Все, пока, в чё там получается, типа, если еще десятку сверху накинуть? А чё, если еще десятку получается, ну, сколько? Ну чё-то 90 давай. 90. Давай, ну, нормально, 90 нормально. 90 нормально. Чё он так, получается 30. Всё, держи.
ничего себе. Ну все, давай, удачи, вкинуться. 10 грамм еще. А, черт. Ладно, я прокусил. На, держи. О, по кайфу. Все, давай, брат, до скорых, спасибо. А, давай. Ну чё, блин, братва? Всё есть, на. Чё? Все деньги потратил, блядь? Ну, ничего, типа, да, там 90. Да, я нормально, типа, я сторговался, мне пятерик скинул, нормально. Тебе говорю, мы с ним братишки вообще. Пятерик, блядь. Ну чё, блин, ты чё, больше хотел, что ли, типа? Ну, хотя 50, я думал, ты умеешь. Трава столько не стоит. Да пошел ты, блин, в смысле я не умею торговаться? Ну, значит, если я не умею торговаться, блин, то я один курить буду, ясно тебе? Мою третью долю. Блин, я, кстати, покурил бы. Оплачено. Прям сейчас еще. Че, прям сейчас? Ну че, прям сейчас, да. Только, блин, окна откройте, вчера, чтобы, блин, не воняло нихера. Ну, блин, ну давай еще. Че, где там зажигалка? Блин, вообще пока. Блин, вообще запах, блин, этот обожаю просто. Да, короче, пахнет только, я не знаю, хлопья с молоком. Хлопья с молоком, говорит. Не, ну объективно как бы. Вообще кайф. Прям бодряще. Че, куда поедем? А, давай. Ща, погоди, я просто прочувствую немного. Да, я понял, это планы на будущее. Да хз, куда ты поедем? Ты хоть фары погасил, че палишься? Все, расслабься. Погасил эти фары. Блин, вообще просто... Не, он кайфовая тема. Ну, ты знаешь, это типа как этом самом. В Апанатоме. Типа ты такой заехал, типа тебе отдали там твою еду, здесь то же самое, и ты сразу ее съел. А, ну да. Сервис. Получается так. Бля, вообще. Пора им прожить свое открывать. Ну. Просто. Ну, колечко, смотри. Я вообще кайф. Чё, куда поедем? Предложение есть? Да, слушай, я там... чуваки, да, есть одно. Я бы кофту новую купил, слышь, что-то заходило, известно. Ха. Надо на заправку только заехать. Да, в этой уже неделю хожу. Да, давай на заправку, да. На заправке же это продаются, как бы. Шоколад. Кофты, бля. Нет, чуваки. Чё? Не, кофты не продаются. Нихера, чё у тебя там? Я не понял. Йо-йо-йо-йо-йо, бро, ты чё, это самое, бля? Откуда у тебя стол? Блин, по кайфу. Ты шо, гэнг? Чё, настоящий? Гэнг, что ли, бля? Да не, это не настоящий, но можно выбить хорошую скидочку 100% в каком-нибудь магазинчике, чисто так. А в натуре, слышь, отделал надо магазин одежды. Да, закупимся где-нибудь там. Контрольная закупка или вот это вот всё, какое-то шоу, знаешь, по телевизору. Блин, ну так-то вообще идея нормальная. Че у тебя с дверью, блядь? Почему она не закрывает? В смысле не закрывается? Ты просто ее не закрыл. Че-то Серега просто телефоном там сидел, блин, странно это было. Блин, вся. Все, выкидывайте, блин, косяки, а то мы сейчас еще на дороге поем, блин, прикинь, там коп будет, а. Не, че, в натуре говоришь, настоящий, блин, дай потрогать. Почти как настоящий, прям. Только он этот, без патрона вообще, без этого, то он там этот переделанный под этот хардбольный, стрэнкбольный, вот этот. Ну стрелять типа можно, да? Потрогаю.
Ну там можно холостые линии поставить, типа. Звук как он знаешь, вообще будет. Блин, нормально тебя. Блин, вообще прикольно. Ха. Делает пару выстрелов. Огонь. Ну чё, думаешь в натуре, типа, покошмарить кого-нибудь? Ха. Бля, ты чё, а если бы он настоящий был, я ж знаю, тут шутник, блядь. Да не-не-не, нормально, я ж не в тебя. Расслабься. Да. Чё, ну, поехали тогда. Ещё бы в меня. Магазин. Ну слышь, это самое, давай пока просто, типа, там купим, а дальше там посмотрим. Ну да. Да. Блин, прикинь, это в натуре ствол. Я видел видео, типа, где копы стреляют по чуваку, а у него, типа, знаешь, эта хрень, которая стреляет просто пластиковыми шариками. И реально, блин, чувака-то пристрелили, прикинь. Вообще без шуток. О, ну, это проблемы копов, как бы. Ну, получается так. Не все нормально будет, как бы. Это главное не свети, это едь нормально. Я не свечу. Да как вообще, нормально типа с восприятием? Не-не, я по кайфу. Болтает, да не-не-не, я по кайфу, я тебе говорю, вообще. Окей, понял. Легкие огни яркие-то стали, слышишь? Да, жесть. Не, тебе говорю, трава вообще нормальная. Это чувак просто, он, блин, лучший. Да, зеленый. Да я вижу, что ты, блин, расслабься, блин. Как будто в первый раз. Да я расслаблен, как не знаю кто. Ну и все, чел. Да. Такого ствол будет. Да слышь, блин, подожди со стволом. Все, чел. Может это самое там. Попугаем какую-нибудь шкалатуну, типа все на этом. Да, Денис, забери у него ствол, ну нахер, типа. Да вон он лежит здесь, в центральной консоли, че я его туда его положил. Ну ты, блин, догадался. Чё, реально, забери его, спрячь. Но. А где ты вообще взял его? Ты купил, что ли? Да там, да. На этом какого? Юбэй? Да нет, там челик какой-то продавал чисто так для страйкбона. Блин, поворотник забыл, прикинь. Жесть вообще. Ой, чё, ладно, можно шага, ехать, типа? Всё, окей, давай, это... я забираю его, спрячь ещё с ней. Гаду, что-то происходит на районе всегда. Чё-то в натуре какая-то дичь. О, заправка. Вообще огонь. Чё, у тебя так, кто пойдет заправлять? Чернее. Да? Чернее. Ну всё. Да чё, ну... Не, ну в смысле, тачка. Только это, слышишь, там скидку не выбивай, бля. Это заправка, бля. Да не буду нормально. Все, давай, на расслабончике там, типа, заплати, что там надо. Че, я тебе должен платить еще? Ну, получается так, что, любишь кататься, как говорится, люби саночки возить. Бак сам ставишь, понял? Слышь, бля, вставлять, я мастер, конечно, но... Че, проиграл пацан, не умеет проигрывать, получается. Ничего не слышу. Блин, вообще. А чё, никто не ставит, что ли, этот пистолет? Бах. Ну, блин. Попробуй сейчас магию, смотри, я типа чернее. Такой... Чернее. Так нечестно, слышь? Не, я первый сказал. Не, так нечестно, типа... Смотри, сейчас я просто... Давай, сейчас, типа... иди. Так, используй магию, смотри. Чернее. Чё-то оно не это самое, не вставляется. Сейчас. Ты не волшебник, получается. Блин, в натуре. Ты смотри, не обосрись, я говорю. Видел это? А пошел ты вот нахрен, блин, пошел нахрен. Я за тебя. Ты палец в жопу засуну, понял? Да, как, блин, как слышь, фьюзу, там, по-моему, в натуре бензин, слышь? Вечерин. Он прям течет из этого, из пистолета, бля. Не, там по кнопку не нажмешь, ничего не будет. А, да? А, блин, тогда нормально все. Галлонов сколько? Что я это обосрался на саде. Че, все, полный бак давай. Че, полный бак заливает, че, прям до упора на. Там какой, 92-й? Ну, типа того.
Блин, чё, поехали, может, почилим куда-нибудь, типа, где ХЗ даже? Где красивые места ну, есть? Блядь. Куда мы, ну, блин, типа, куда мы обычно ездим, типа, на пирс? Я уже там задолбался чилить. Типа, блин, по кайфу да, живем, да, типа? Бомжи. Чтобы, типа, какое-то место тебе надоело настолько чилить там, типа, что ты уже там не хочешь чилить, понимаешь, о чем я говорю? Да-да-да. Ну чё там, всё? Ну хз, вроде там что-то докапал, там дотикал. Чё, доставай, поехали. Вытащи пистолет, эу. Да, вытаскивать вовремя. Тот навык, который тебе стоит обрести. Да, особенно на будущее хорош. Не, не на будущее. Ты Джессику помнишь, бля, у него была вот эта вот... Как её? Да, по-моему, Джессика она была. Смотри, молчи, там сзади. Вообще не любит об этом разговаривать. Ну ладно, чё. Да, детская травма, наверное, у него. Чуваки, я жвачку тут купил. Больше. Ну, от тебя воняет, жуй. Да, в натуре, слышь? Не понял. Жуй жвачку. Ладно, давай пожую, чё. Блин, ну и мне тогда давай, чё. Какой вкус, погоди. Мятная, вот это. Ну а ты банальный, блин, купил бы какой-нибудь, не знаю. Ну, чё, Джеффри, мы тут это самое думали, типа, куда поехать? Типа, на пирс уже что-то не хочется. Чё, куда едем-то? Я просто хз вообще. Так, я в магазин хотел. Ну ладно, хрен с тобой, где поехали в магазин. Но потом, блин, мы поедем чилить, ясно тебе? Типа, я уже задолбался водить. Окей, типа. Можем... Я чё, тигловая лошадка или как её? В горы. Горы, хочешь горы? Ну, погнали в горы. Я тебе говорю, я хотел за город, поехали в горы, блин. Ну, типа, ну там же кислорода это, нету, знаешь, такого, типа. Не, не в горы, холмы эти, бля. Где там? А, в холмы, поехали в холмы, бля. Да, да. Я вот чё, кому жеванчику? Вот пачка берите. А, да. Давай, две, о, как в рекламе. Вообще неплохая тема. Нормально, что-то какая-то из дешевых, походу. Да, да нет, там. Ты сэкономил. Да, братан. Не понял, да. Возможно, просроченный, но как бы. Че это поделать? А, блин, я подумал, они поехали, ща поеду, блин, а потом увидел ребят слева, я такой, типа. Ща поехал бы, да, нифига. Ща поехал бы на туре. Чё, где здесь магазин одежды есть? Да я чё, знаю, что ли, ну где-то, смотри. Блин, справа закрытая жизнь. А, нет. Где-то должна быть, типа. Чё, копов нет? Вроде. Ты, кстати, в курсе, что ты без фары едешь? А, в натуре? Ха. Во. Спрятался. Сейчас прям сильно фары включу, смотри. О. Сильно фары. Мне кажется, там где-то спереди был магазинчик. Да тут эти же, как его. А, вот он, видите, там Пятаки, где магазинчики. Сейчас я понял. Нормально тема. Ну, какой-то тут. О, да, футболки вижу. Вот, о, справа. О, нормально. Что, открыт еще? По кайфу. Да. Ну, он вроде там 24 на 7 что-то такое работает. Все, я припарковался, пойдем. Все, погнали. Блин, я забыл заглушить, слышишь? Бывает. Ну, типичный ты, ё-моё. Да чё с сигналкой, блин? Вроде закрыл. Чё, йо-йо-йо-йо. Йоу-йоу-йоу, я тут. Ой, да смотри, какие кофты, кого. О, да-да-да, вообще кайф. А, бля, камуфляжный, мода ушла уже, не. Фуфло. Да, вот эти хаки всякие. Какой рюкзак, блин, мне рюкзак новый на самом деле, какой-нибудь такой, по кайфу, чтобы было. Зачем тебе рюкзак, если у тебя тачка есть, камон? Ну, типа, блин, я чё, тачку за спину могу повесить, ты чё, блин, вообще кончишь? Я говорю, пакет возьми обычный. Блин, чё у меня с глазами, слышишь?
Все, короче. Тухли тут фуфла, есть тут какие-нибудь кроссы? А короче, кепка, посижу кепка, пока, кепка. Типа. Вот это хочу кепку. Вообще ненавижу по магазинам ходить, типа каждый раз это какая-то дичь вообще. Блин, прикольно. Ой, рюкзак, кстати, да. Я бы взял. Какой вот это, желтый или красный? Чё за хрень там происходит вообще? Да хрен. Желтый, да желтый, я тебе говорю, желтый прям по кайфу, типа цвета мочи. Мочечь. Чё, какой мочи, погоди. Очечи, очки, знаешь, так это. Что-то, блин, сигарету захотел. Молодой человек. А, слышу, что нельзя. А, что, нельзя? Йоу, девочка, а что, давай? Да нельзя, это общественное место. Вы можете выйти на улицу и там покурить. А, пойду на улицу, там покурю. Да, вали на улицу. Слышь, блин, я сам вали на. Слушайте, а номерочек можно взять у вас? Давайте я вас носки куплю. Носки, говорит, куплю. Нет? Ну ладно. Я вам что-нибудь сейчас. Если рюкзачок или кепочку нибудь возьму. Просто чил. Да, вот рюкзак взял, сейчас туда все скину. Вот эта белая кепочка, то сейчас шик. Когда-нибудь одену. Напоминаю, что это курение, как говорится, вредит вашему здоровью. Не забываем об этом 100%. Это какой-то щит вообще прикольный или что это? Кого? Беспокоюсь я о вас. Или пицца какая-то, я хз, как бы. Зачем? Возьми себе снэпбэк нормально, как я. Блин, че ты ходишь? У тебя шевелюра вообще ужасная, тебе прикидываю пицца. Ладно у меня. Ну у тебя да, она на хайпе чисто, я как бы оценил. Да, да. Слушай, возьми себе вот эти ботинки с. Че это, крокодиловая кожа, типа? Будешь этим такого. Зачем они мне нужны? Кроссовки топ, ё-мо. Как его, Дэнни крокодил вот это все. Блин, чё за хрень? Братан, твой драндулет, блин, включил сигнализацию на моей тачке, блин, ты можешь потише быть? Блин, чё за дичь? Блин. Йоу, бро, слышь? А. Ты чё, по моей тачке стучал или чё это было? Чё там сигналка сработала? Да в натуре тебе, блин, я ты её... Я знаю, я за рулем сидел. Ну понятно, типа, блин, она слишком громкая, типа, ты можешь, блин, не заводить её, пока я тут стою? Ты чё, электрик, ты претензий, что ли? Чё? Какие претензии спрашиваю? Да не, бро, никаких Ребят. Претензий, все нормально, сейчас порешаем, типа... А у меня какие претензии есть? Чё, какая претензия иди у тебя есть? Иди дальше к своим покупкам. Слышь, ты кто, блин, менеджер типа магазина да, или чё? Я всё понимаю. Не похож как-то. Тебе сейчас здесь плохо, обращай. Ха. Ты не на своем районе, чтобы мне здесь зубы... Всё, всё, расслабься, бро. Есть. Чёрт вы, блин, как их... Не врете, типа, прям вообще по кайфу. Слышь, братан, бро. Чё, у тебя ствол есть? А, чё, он с тобой? Да. Да там какой-то этот, блин, в зелёной одежде чувак, типа, сказал, типа, какая-то претензия, типа, у него ко мне есть. Знаете, я сейчас посмотрела. Думаю, если чё, типа, ну, припугнём его стволом, чё, если чё. Да он лох какой-то, я тебе говорю. Да мы сейчас можем, блин. Сначала выбьем скидочку, может. Чё, ты скидку хочешь выбить на дыре? Да, блин. Да, да. Чуваки, смотрите, какие чё, очки чё, взял. Блин, его. Вообще по кайфу. В натуре тебе идет. Только сейчас ночь. Ты помнишь об этом, что сейчас ночь? Да пофиг, зато очки хайповые. Блин, в натуре мне тоже надо очки, короче, знаешь, типа такие, чтобы... Вон они, вон. Где? А, все, увидел. Блин, в натуре тема вообще. Чтобы, типа, если нас остановят, я, типа, такой не с красными глазами, нихера. Что, в натуре, блин. Я на пассажирке, мне пофиг. Кого-то. Блин, у меня полный портфель вещей, слышу, у меня денег столько нет, чтобы себя купить.
Какие-нибудь типа темные. А, наверное, я ничего не буду больше покупать. Че, какие берешь-то? Че, да я пока не знаю, блин, вот эти вроде прикольные. Вот эти ничего. Ну да, кстати. О, смотри какие. Не, ну это тупые какие-то. Да не, по кайфу я тебе говорю. Бери, пофиг. О, видишь как. Погнали, че. Нормально же тема, ну че ты. Да, вообще. Да. Ну че, че? Возьми себе тоже очки, че ты как. Да, в натуре, че ты как лох, блин, безочковый. Ха-ха-ха. Вообще, кайф. Слушай, у тебя есть бабосы? Что я тебе дал почти все. В смысле? Ну, типа, да, бабос есть, но там Джеффри сказал то, что, типа, он нам скидку выбьет, и надеюсь, что 100%, правильно, Джеффри? А, ну, если он выбьет, то... То окей. Ну, все, по кайфу тогда. Можно больше набрать, если скидка. В натуре. Ха. В принципе, у меня уже места нет. Ну, все тогда. Че, погнали? Просто выйдем, типа, и все? Не знаю, надо же пробить это все, типа, чтобы... Ты чё пробить, блин, ты чё, типа, дурак, что ли? Было. Поехали просто, и всё. А, чё-то тут нет таких очков, там чё-то синендо накидали. Ну всё, ладно, да, пошли, короче. Тебе. Ужасный тут магазин, да, в натуре, не понравилось нам здесь, блин, поставлю 2, типа, по отзывам. Всё, до свидания. Эй, стоять! Стой. Чё стоять? Ты как это? Вообще нормально. Не думаешь? Всё, поехали, братва. А чё, где Джеффри, я же? Чё он там? Он с этой разговаривает. Бля, да какой-то гангстер зашел. Да я его видел, он сказал, что типа у меня какие-то проблемы там или что в таком духе. Слышь, блин, пойдем прикроем, если что, пацана нашу. Блин, что, очки уже взять нельзя? Типа тест-драйв, типа вся тема. Бля, а че он в маске? Джеффри, ты че там, йо? Если друзья вернутся, оплатить покупку. Че, да ща заплатим, ща. Если не хотите проблем. Не, у нас не будет проблем. Да, конечно, заплатим. Слушай. Джеффри, ща прям быстро до тачки. Слышь, Джеффри? Все, пойдем, все, что тут? А если всё так? Все, стой тихо. Все, погнали, че вы, блин, там? Ты не передумал насчет скидочки, нет? Валим отсюда. Все, погнали. Сигналим, вот это что под... А, тут нет камер. Чё, ну, блин, где он? Блин, быстрее, чё? Ну. Джеффри, блин! Я портфель кину назад. Чё он там делает? Клеит кассиршу. Да я понял, что он клеит кассиршу, блин. Она, по-моему, не очень хорошо была настроена. Блин, поехали уже. Да она спит на ходу, ты чё, кого в таком районе работаю сейчас. Ночи, блин. Блин, чё с ним там? Ща, короче. Спасибо, Джеффри, тебе там мама звонит, давай быстрее, блин. Погнали. Чё, всё, пришёл там? Да, погнали. Всё, пока. Чё, скидка нормально? Да, вообще кайфово. Чё, ты показал ей ствол? Да. Блин, в натуре что ли работает? Может, конечно. Да. Нормальная тема. Чё, там 100%? Ну я ничего не типа платил. Типа того. Я тоже ничего не платил. Там это пикалка на выходе пикала и все. Блин, по кайфу в натуре. Чё, блин, куда поедем? Блин, вообще так, по факту так-то мы можем кучу магазинов так, блин, обойти. За ночь. Ну да, да. Не, надо искать, который ночью работает. Ну типа того. Блин. Я бы еще покурил на самом деле. О, погнали да, в этот спорт. А, не-не-не, поехали в парк, вот чё. Куда? В Mirror Park, погнали. Не-не, в Mirror Park езжу. Ну. Погнали. Ну все, гу. Блин, как же долго, такое ощущение, как будто мы уже 2 часа едем. Да. Не думал тачку обновить. В смысле, я только купил, блин.
Ты осознанно купил вот это вот дерьмо. Да пошел ты нахрен, блин. Это единственное. У тебя вот есть тачка, у тебя нет тачки. Тачка. У тебя есть тачка, у тебя ну тоже нет тачки. Ну и все. Я в следующем году куплю. А-а-а. Я вообще за мотоцикл бегал. Да. Фу. Ненавижу мотоциклы. Мясо на этих. Ну все, тогда заткнитесь, блин, единственная машина, которая развозит так-то. На самом деле мы можем стать прям бандой, прикинь, типа, у нас мы будем типа кошмарить просто магазины все. Ха, с ненастоящим пистолетом, блин, сработало же, сработало, чё? О, этот, ребята, вы видели этот таксиста, не? Чё, в смысле? Вроде возле магазина то он стоял. А, в натуре, получается, у нас преследуют, слышишь, давай подрежу. Чё на сигнале? Такие они, блядь, смешные пиздец. Слышь! Ты чё, совсем что конченый, Йоу, бро, ты знаешь, на кого напал вообще? Ты чё? Слышь? Братан! Ты чё, блин, перепедали перепутал, блин? Кто тебя в такси взял? Давай ствол сюда, блядь, ты чё? Бро! Знаешь, сколько эта тачка стоит так-то? Натуре, давай эту компенсацию. Слышь? Братан, вываливайся, блядь, из машины. Где ствол, блин? Покажи ему, блядь, что мы не шутим. Бро! Открывай, блин! Чел, Монтан, он навижит, да? Все, давай, вываливайся из тачки, блин. Слышь? Бля, он чё, глухой, что ли? Может, он ствол не увидел? Ну-ка, дай-ка мне. Вообще не понял, слышь, ты чё, мудак, это? Йоу, бро! Ты чё? Ты видишь этот ствол у себя в лице? Вываливайся из тачки! С кем ты там говоришь, слышь, у него там телефон. Братан, вот так, ну чё, вываливайся, давай, из машины! Давай компенсацию. Ты вообще что, идиот? Да, чё, бабки у тебя есть? Ты чё, дураки, слышь, что ли, проваливай, ты давай отсюда, давай проваливай, что блин, это? В чём проблема? Куда это? Стой! Слышь, ты чё назад сел, блин? Давай выходи, блин. Ты чё, думаешь, мы в шутки играем, что ли? Чё, бабки есть у тебя? А? Вы чё, конченые, блин? Давай, блин, руки, чтобы я видел. Ну, да нету, чё? Нету. Как нет бабок, блин, посмотри в бардачке, сейчас в расчете будем. Хорошо, посмотрю сейчас. Не, я посмотрю в бардачке, смотри, ты, блин, стой на месте. Там бардачок закрыт, я посмотрю. Я, блин, все посмотрю, стой, блин, на месте, ты чё, совсем баран, что ли, я тебя сейчас пристрелю нахрен. Чё, тебе поможет? Давай, я сам закрыт. Очень жаль, чё там у тебя есть? Кого закрыт, ключ давай. Сейчас пошарим по карманам. Давай ключ от бардачка своего, Че, вообще бесстрашный, что ли? О, мобила, нормально, мобила. Это я возьму. Какая мобила? Не трожь мобилу. По кайфу. Ты че творишь? Все, поехали, братва, че там? Чё? Если в бардачке ни хрена нет, поехали. Да Все, блин, не связывайся с нами больше никогда, ясно тебе? Конч. Блюдо, бля. Потому что на он тебе фару разбил, походу. Блин, походу так. Все, поехали, поехали. Баран, блядь. Фу. Блин, в натуре правая не светит ни хрена. Блин, поехали куда-нибудь, типа, дальше. Там тут стройка есть неподалеку, типа, там почилим. Давай. Че за стройка? Здесь в тупике, типа? Да. Мы там раньше, типа, отусили. Блин, фару жалко. Да. А, хорошо, они дешевые, типа, они в натуре копейки стоят. Какая у него мобила была? Я хз, что-то айфрут какой-то. Посмотри, я не знаю. О, нормально. Нифига тут толпа народу. Да я тебе говорю, здесь, блин, чилят, люди приезжают. Смотри, там люди в доме стоят, какого хрена. Да тут стройка, типа, иногда бывает, блин, что-то уронил вниз. Чё я, блин, уронил? Блин, зараза, меня так, блин, задолбал. Ой, таксист. Вообще, бред какой-то. Возьми траву, пожалуйста. А там осталось еще? Да, ты чё, конечно.
Окей, окей. О, блин, вот это видос, вот это, блин, нормально. Дилан, слышь? Дилан! Братва, заведите тачку, чтобы не так грустно было, типа. Кого? Я говорю, заведите тачку, чтобы она светила хотя бы. Сейчас, где ключи? Сейчас ключи там. Короче, я три косяка не, сломал. Не, они походу там, походу. Ха, походу, давай, походу. Да. Блин, в натуре дебил. Ну ничего там, это... Да ладно, она дешевая, типа, я даже не расстроен. На самом деле, да. Блин, он реально дурак, мне. Ну тебя спасло. Причем, знаешь, что меня бесило? То, что он вообще бесстрашный был. Вообще дикий, блин. Ну, таксисты, они все отбиты, я тебе говорю. Чё, давай косяк. Да, на, держи. Точно, сигарету уже задолбался курить. Во, по кайфу. А твоя фара так. Да пошёл ты нахрен, блин. Светит тускло. Чё там с фарой не ахти, кстати. Да, на свой косяк, я тебя свернул. Да, возьмём, возьмём. Не благодари, даже не плевал туда. Надеюсь. Это было бы очень в твоем стиле. Натуре. Блин, по кайфу. Вообще. Блин, очки такие кайфовые вообще. Да. Надо фотку будет сделать. Тут темно, зараза. Не. Ну чё, какие планы на жизнь? Как будем это? Фару теперь починить. Двигаться. Вот такой план на жизнь. Ну, если типа реально. Не, я не знаю, типа, на некоторых людей ствол в натуре работает. Может, он как-то понял то, что он типа не настоящий, я не знаю, вообще не испугался. Типа, или чё? Вообще какая-то дичь была. Или таксисты уже типа им похер теперь. Я думал, сейчас типа такой засыт, типа, он взял, блин, назад машину сел, прикинь, вообще. Конченый, блин. Самоубийц какой-то. Дичь. Я чё думаю? Чё? Может это... дилера грабанём, как говорится? Не-не-не, слышь, он бро. Можем другого дилера грабануть. Не-не, не нашего, да. Я говорю, типа, их же сразу видно, не с рюкзаком ходят. Ну, типа да, они в ментовку, даже типа, не пойдут, понимаешь? Типа, они копам сразу не скажут. Да, я про чё и говорю-то. Нормально, тем, типа, грабить других, как Робин Гуды. И оставлять себе только, да. Реально. Тема такая, я вообще. Слушай, енота, мне кажется, блин. Ну, поехали. Чё, куда? Вообще, да нет, в смысле, я закурил сейчас. Я сигу докурил, он, типа, еще. Он отъехал уже, понимаешь. Да. Блин, этот город это просто чума, на самом деле. Прикинь, сколько всякого говна в этом городе происходит. Блин, в натуре хочу лечь и курить. Очень хочу. Ты дикий. Я тоже на звезды посмотрел, только что-то их не видно. Хм. Блин, по кайфу вообще. Okay. Пушка, да? Вообще огонь. Да, да. Да. Сейчас знаете, после дня такого солнечного, доски такие теплые, прям. Да, да, да. Блин, в натуре я сейчас тут прям усну. А прям ловлю вот эту, как это называется? Нирвану или что? Да, да, да. У меня сейчас. У тебя играет музыка? Не, у меня что-то регги. Ты же сказал Нирвана, бро.
Не, я говорю про это, блядь, состояние. А музыка у меня рейги играет. Не, я даже не знаю, что у меня за музыка играет. Лос-Антос FM, походу. Или что там? Молка, блин, вот это чил. Реально. Блин, почему это? Просто. Ты веришь в реинкарнацию? Я бы хотел быть в следующей жизни птицей, орлом. Я все насрал на тебя сейчас прямо. Чё, бля? Ты чё, бля, вообще идиот, бля? Не, какой голубь? Это ты голубь, слышь, я орел, бля. Не-не. О, смотри, вон там, типа, это как её? Большая гусеница, вон там, видишь, видно? Вон там маленькая гусеница. Потянуться. А вот тут виден мой хер. Что-то маленький, слышишь? Слышь, бля, это у тебя маленький, ясно? Не понял. Я вообще пока. Что, закуситься хочешь? Слышь, бля, что, бой на световых мечах? Да. Пошел нахрен. Я в эти дела не лезу, ясно? Блин, отсюда вывеску Вайн вот видно, прикинь. Да. Вообще тема. О, да, слева. А, я думаю, блин, где кайфово, слева? Реально. Я типа уже что забыл, где лево, где право, а ты лежишь просто другой стороной, блин. Это от меня слева, понимаешь? Мы находимся с тобой в разных плоскостях этого измерения, понимаешь? У нас нет плоскости, у меня лево это право твое, слились с местностью. Блин, а я куст. Прям как вьетнамцы на деревьях, реально. Я не чувствую ног. О, блин. Что-то, блин, так ходить странно, после того, как ты лежал. Да. Чё, поехали, покатаемся, что ли? Поехали. Поехали. Ой, чё-то прям... Блин, вообще прям, вообще... После того, как встал, особенно, типа... Не, это реально странно. Слышь, она сюда идёт. Ля какая! Или не сюда. Номерочек не подкинешь? Смотри, какая нет. Тачка, а? Ну и ладно. Довезти, может, тебя? Она пошла, походу, ссать до забора. Мопеды тут покидали, бля. Ну да. Чё, блин? А, поехали, слышь, к вывеске Ванну, да? Вообще, по-моему, нормально должно быть. Ой, бля. Ой. Нормально. Всё. У меня плывёт, у меня плывёт. Да, не, нормально. Я так говорю. Плывём, реально. О, ты тихо туда же. Да я нормально, мне, блин. Ау, ты что-то сбил, мне кажется. Блин, вообще скорость по-другому ощущается, я тебе говорю. О, кстати, смотри, спаун таксистов там был слева. Блин. Чё там давай, был? Я бы разнес им контору. Ну там таксисты стояли, контора их. Беспонтовая. Ля, о, мы на этом шаре? Чё, как к вывеске, блин, проехать к Вайнвуду, бля? Мы, да. Направо куда-нибудь, там просто едь направо, реально. Во, поехал, а? Просто, бля, душу. Ой, Жень, да слышно, давай это выживем хотя бы. Не, я тебе говорю, блин, я опытный водила. Ну ладно тогда. Никогда никого не убеждал, но ты такой, ну ладно, да. Да. Чё, блин, куда? Направо, налево, прямо. А поехали в горы. Я хотел в горы. А, вон, я вижу, справа. Вообще нормально. Да, тут прямо. О, олень видел этого. Так, чё, где? Это глюк, прямо, что ли?
Да не, я знаю, здесь Олен не бегает. Дальше да. И дальше. Да не, вон она. Но мне кажется, отдаляется от нас. Не, где-то здесь, я тебе говорю. Я помню, мы на экскурсию ездили. Да? А я не помню. Я чё, да, болел, блин. Тогда? А, ну сюда много кто ездит. Во, смотри как. Вон она светит. О, полегче. Нет, светит нормально. Йо, тут дерево упало, видите? Ё-моё. Ну, бывает чё. Всё, пойдём. Чё, так пойдём, да? Да. Погнали, йо, чё там? Чё, только это самое, травы возьми, чтобы по кайфу было. Сорвать травы? Сейчас сорву. Да не, так, блин, зачем? Травы возьми, я тебе говорю, бля. Блин, в натуре ну, тема. Слушай, возьми травы там, а? Да реально, она вообще близко здесь. Блин. Бро. Это просто жесть. А тут главное не упасть. Да, согласен. Блин, вообще нормально почилили. Типа, тут там, да. Все дела. Блин, и с кассиршей тоже прикольно жил, получилось, на самом деле. Мы ее просто... Ха. Разогнался, стой. Оу, тормози, ну-ка, я тебя поймал, бля. Да, жесть. В натуре. Как я сюда забрался? Блин, что-то я много выгорел в натуре. Я уснул же, да? Что-то я не понял так. Я, по-моему, тоже отключился в какой-то момент. Вообще не помню, что было последние пару часов. Не. Чё, всё, сейчас нормально, поедем. Меня уже отпустило немного. Что там? 4:20 сейчас. Грабить могли. Да, 4:20. В натуре. Ну, всё. Поехали, чё. Прыгайте в машину. Чё, я сейчас покурю быстренько. Ага. Кого еще? Да не, ну не косяк, просто сигарета обычная. Не хватило её, да? Да, реально, ему не хватило, походу. Эй, йоу, чё случилось, я, слышь? Я не понял, воу. Воу, полегче, чё мы сделали? Ну чё, шоколадочка попалась? Нет, чуваки, не понял. Да чё, мы ничего не делали, Йоу, всё в порядке. Что случилось-то, блин? Мы просто курили здесь. А ну вы застали со строя, нафиг! Окей. Шага. Тише. Все. Строй, так строй. Теперь на колени! Окей. Блин, что за дичь происходит? Что, давайте побазарим, все в порядке же. На колени, говорю! Блин, да что мы сделали-то, бро? Чё, это все из-за сигналки, что ли? Что ты, блин? Ты что, тупой? Давай на землю! Не, это в натуре из-за сигналки, слышь, я могу объяснить. Ты чё? Я тебя помню, бро. Да. Спокойно, ребят. Ну, чё ты хочешь? Всё, забирай, типа, это самое. Просто, блин, типа, да, хорошо, время тачку, провели, бро. И всё. Не, чё, кин, реально, ну чё, не кипишите тут. В натуре, блин, я чё-то не понял, в чём проблема-то. Сигналка, да похер, чё там? Йоу, не, бро, я хочу жить, слышишь? Я тебе говорю, забери все, что хочешь. Йоу, чё? Не, чё. Охладись, ну чё? В натуре, бро. Блин. Умоляю, меня не выстрелили к тебе, умоляю! Братан, ну чё, это самое, прости, я не хотел, чё бы я ни сделал, сори. Блин. Бро, расслабься немного. Слышь, мы ни в чем не виноваты. Я, ну, ребят, мы просто это... студенты, просто, а понимаешь? Да, блин. В колледже да, воняет. Йоу, да, испугался, да, все, бро, чё? Чё? Вставай, говорю. Слышь, делай, как чё? Он говорит. Блин, чё происходит? Да, слышь, делай, как он говорит. Чё? Какой-то конченый вообще. Блин, ты чё вообще? Слышь, бро. Блин. Джеффри, ты в порядке? Нет. Папки где говорили? Какие папки, блин, я ничего не знаю. Остынь. Чёрт.
Блин, да я не знаю, вот в кармане. А, блин. В кармане бабки есть, ну чё? Ты хочешь, чтобы прозвучал выстрел, да? Ты чё, меня нервируешь, да? Не-не-не, бро, всё в порядке. Ребят, давай, не надо вот этого. Да я тебе говорю, в кармане у меня кошелек, блин, расслабься хоть на секунду, да ёп. Доставай у него кошелёк. Давай, чё, вот, смотри, на. Шмонел в кармане. Там еще мобила типа есть, которую мы отжали сегодня, но, блин, можешь ее забрать. Бро, да, хорош, да, правда, блин, типа, мы проблем не хотим. И что, что ты скажешь, я тебе пулю в лоб ставлю, вот. Жду. Кошелек. А телефон. Ключи от тачки. Ребят, давайте не бейте, только меня не бейте, ладно. Вы уже их побили, как бы, я вообще не при дела. Охреневший, блин. Эл, возьми ключи от тачки, потом на металлолом возьмешь. Слышь, машину, блин, не трогай. О, ты еще не дерзи собираешься. Не-не-не-не-не, бро, все, забирай тачку, все в порядке. Чуваки. Зачем вообще? Давай не будешь драться, не. Ай, все, болит. Чувак, не. Слушай, этому не больно, погода. Это ты не бей! А, блин. Да, да, вас дойдут. Посадят. Больно, да, больно. Охладитесь. Конечно, давай. Сказку про идиота, который решил базарить со мной не по правилам. Убирай свои на их тачки, номера склеишь. Гони на их тачки, давай. Черт. Потом встретимся. Что там еще плачет, я, блин, ну хочу лезть, бля. Вот только на ногу не наедет, ой. Не чувствую вообще ни хрена. Мне кажется, зубов нет. Есть телефон. Его забрали все. И все забрали. Я тоже забрал. Помогите. Сейчас, погоди, я посмотрю. Ой, чувак, у тебя все в мясо, все лицо. Я не могу смотреть.
Помогите! Че, они все мимо едут? Помогите! Не могу. Да, мы какой-нибудь пошел с 3 там, например. Я в порядке. Как голова кружится. Черт. Проверь, стекает он кровью или нет. Да тут все в крови же просто. Черт. Где ж мой телефон? Они вроде его не забрали. Так, вроде он здесь был, где-то. Черт, ай. Жесть. Просто жесть. Так, голова. Чёрт. Где сюда ляжем, я? Помоги ему там запрокинуть голову, я не знаю. Что-то прям у меня голова... Я тоже шибанули по голове, это вообще... О, блёд! Денис, не молчи, ты на ногах жив, нет? Помогите кто-нибудь, остановитесь! Да. Мне даже выбили зубы. Черт, ну где же все? Пришлите голову. А там кто-то едет, вроде. Тут все мимо просто ездят, твари. Ну, ну и жесть. Просто. Фу. Фу, тоже вопрос, конечно, кто к нам приедет вообще? И приедут ли? Вы живы? Нет, чё молчите? А, чёрт. Да, ты не молчи, ну. Смотри, что жду. $10. Прям кружится это. Кредитка. Посмотри, что там с Денис. Посмотри. Бля, если он мертв, то это жесть. Я отключился. Не знаю. Голова кружится. Ты видел его лицо, там просто мясо. Я не могу встать тоже.
Ну ладно. Ждем просто кого-нибудь. Плохо. Жесть. Сожду от 5.0 до 5. Не знаю, ничего не знает. 3, 2, 5, 3, 9. Фу. Вот к Валерия. А как все теряется, это, вот это очертание. Не знаю, мне кажется, это все надо. Денис! Жив? Три. Когда вы меня слышите, кто-нибудь ответит. Это ты, Иисус? Кто говорит, церковь? Где вы? Я тут. Сэр, вы как себя чувствуете? Нас избили битами и очень больно по голове ударили. Жесть. Мои друзья сначала просто стонали, сейчас замолчали, не знаю, помогите. Да. Самый дальний. Кажется, там был есть пароль, еще там его не Денис. Было. Ему просто все лицо и разбили, там просто мясо. Это очень страшно. Кстати, сейчас медики приедут. Они еще машину нашу угнали. Очень плохо. Не, дела. Что с ними? Жду. Их побили, он говорит, что самый дальний, и у него все лицо крашено, лучше к Джиму первым помочь. Не сможет. О, жесть. Сейчас раздайся, партичку принесу. Ага. О, ну у меня целый список. Разбит нос. Находится в неестественном положении. Синяки под глазами. Кровь изо рта. Отсутствуют зубы. Кровь. Счет из черепа, запятая, при ощупи ребра чуть мягковаты. Говорите, нам были направлены медики на ситуацию? А, следы пота нет, не видно. Не видно сразу. Без инструментов точно нет. Фига они там, блин, предприимчивые с этого с грубо, блин. Так, сэр, ожидайте, сейчас медики придут. Джефф, ты чё? Нифига там. Вот так, сэр, вы не слышите? Нет. Фиолетовый. Парень. Mm-hmm.
Жесть. Дела. Жду, да. Рывисто. Блин. Сэр, меня слышите? Сэр. А что он делает? Еще раз, извините. Сейчас приедут медики, вам помог. Сэр, вы меня слышите? Красный. Да. Отлично. Сейчас медики приедут. 2 секунды осталось. О, блин. Что-то ору. А, медик аккаунтер, ну понятно. Ну, блин, я думал, что ребята все-таки приедут чуть в другом формате. Ну ладно, видимо, медики там что-то в другом месте заняты, наверное. Ну, окей. Вот сюда, тут трое пострадавших. В общем, тогда ну, давайте так, друзья, на этом моменте мы закончим очередной эпизод Юдироплей. Надеюсь, что вам понравилось. Если так, не забывайте ставить лайки, подписываться на канал. И если вы хотите стать частью нашего замечательнейшего роллплей-сообщества, то первая ссылка в описании, europe.life, регистрируйтесь, подайте заявку и играйте вместе с нами. На этом все, друзья. Спасибо вам большое за просмотр. Как говорится, самое главное, не болейте. И пока-пока.